Зарплату уволенным работникам ПТП-1 выплатят в ближайшие дни. Эта информация прозвучала на встрече городских властей с представителями предприятия. Предлагаем вам подписать договор цессии. Договор цессии – это договор переуступки долга от предприятия ПТП-1, которое сегодня находится в процедуре банкротства, другому муниципальному предприятию «Орел-Водоканал». Это позволит заплатить вам за должность по заработной плате выходному пособию. Мы это сделаем в максимально короткие сроки, ставим перед собой задачу сделать это в течение 5 дней. Напомним, ранее администрация Орловской области по поручению Андрея Клычкова выделила 3 миллиона рублей на заработную плату работникам ПТП-1.